Но прям супер-пупер что-то не очень. Так, последний кейс. Давайте, если с последнего кейса мне выпадет даже обычная Райкваза, потому что Райкваза мне еще никогда не выпадала. Что бы себе сделать? Что бы сделать? Если с последнего... У меня тут есть какая-то штучка, я вам не покажу, что это такое. Я вам не покажу, что это такое. Она у меня тут, под камерой. Если с последнего кейса мне выпадет даже обычная Райкваза, или обычная Райкваза, или обычный Гроудон, то я, ребята, отсосу. Честно. Оу май! Я отсосу, честно, если мне выпадет Гроудоша или Райкваза. Не верите? Ну, давайте посмотрим. Так, кейс уже открывается. Кейс уже открывается. Райкваза, Гроудоша, пожалуйста. Выпади. Не получилось. Но, ребята, так как вы мои подписчики, я даже и не за Гроудона, и не за Райквазу, я, можно сказать, бесплатно отсосу. Честно, ребята. Давайте приступим. А вы что подумали, извращенцы? Ух вы, ребята, конечно, какие-то слишком большие извращенцы. Я от вас такого не ожидал. Ну что, никогда чупа-чупс не сосали. Вот вы, ребята, конечно, даете, честное слово. Вы меня разочаровали. Я не думал, что вы такие пошлые. Ну, ладно, ребята, давайте будем на этом заканчивать. Нам выпал последний шанс. Молтрес? Точнее, обычный Молтрес, а не Шайни.